Тревожные сообщения пришли этим вечером из центра Москвы. Сильный пожар вспыхнул на территории Богородицы Рождественского женского монастыря, одного из древнейших в столице. Обитель была основана еще в XIV веке при участии Дмитрия Донского и является объектом культурного наследия. Огонь возник на чердаке одной из построек и распространился на площади в сотни квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В экстренных службах уточнили, что горевшее здание в список культурного наследия не входит, однако исторические постройки находятся от него в непосредственной близости. Одной из главных задач было не допустить распространения огня на святыне. Здание двухэтажное, старые постройки, чердачное помещение, деревянное перекрытие из сгораемых деревянных конструкций со сгораемым утеплителем. Поэтому в результате пожара происходила высокая температура и сильное задымление, что затрудняло пожарным проводить оперативно действия по тушению пожара. Полностью ликвидировать возгорание удалось через 2 часа. Как сообщили в пресс-службе патриарха Кирилла, причина пожара могла быть связана со строительными работами. Из-за обилия спецтехники в районе монастыря образовалась серьезная пробка.